Видео подготовлено сайтом onlinevdz.net. Математика, 5 класс, автор Мерзляк. Итоговые задания в тестовой форме. Вариант 5, вопрос номер 4. Значение какого выражения является корнем уравнения x минус 12 равно 48? Давайте решим уравнение. В этом уравнении неизвестным является уменьшаемое. Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, нужно к разности, а это 48, добавить вычитаемое. 48 плюс 12 равно 60, значит, x равно 60, число 60 является корнем данного уравнения. Теперь давайте рассмотрим выражения, которые нам даны во всех пунктах, и посмотрим, какое же из них, значение какого из них соответствует или является числом, которое является нашим корнем нашего уравнения. Итак, первое, 48 плюс 12, но это, конечно, равно 60, и это выражение для нас подходит, потому что его значение как раз равно корню уравнения. Значит, в пункте А подходящий вариант. Пункт Б. 48 минус 12. 48 минус 12 равно 36, и это число нам не подходит в качестве корня. 48 умножить на 12. Ну, это произведение будет равно 576, и это число не является корнем. И пункт Г. 48 разделить на 12. Значение этого выражения равно 4. Тоже не является корнем. Единственное выражение, которое находится в пункте А, его значение является корнем данного уравнения. Тогда запишем ответ. Ответом будет пункт А. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.